тотемы, ачивочка, на резист и на лед поставишь, прямо вот в маленьком клубе, где пленный капитан. А я поставлю РДДХаст. Тотемы остальные на отхил. С броню. Так, все, все готовы. Давайте, танки, врывайте. Че, ауру коня сменим? А я иду, кстати, в этот черл или нет? Да. Тут ворон. Остается застрей и хейт. У нас БР должен быть в комнате, что? С вами тогда поругаются. Ну да, да, да. Смотри за ромбом. Все смотрят за ромбом. Ждем, пока медведь соберет, отвернет. Нагрит, можно на него напулить. Играем через прислужника, сбиваем хил. Правая рука. Левая рука пройдет, перебежим. Перешли. Тихонько вперед протаскиваем. Добивайте. Да. Там же рука. На РДД. Там же рука. Надо будет переходить. Летний дух упал. Не встанет. Там же рука. Давайте добиваем быстрее. Все, иди, Агри. Иди, иди, Агри, Агри, чтобы не было руки. Все заходим, чтобы он не чаржнулся. Иначе будет эвейт и рестарт босс. Так, летнего духа не резаем вас дохуя миликов. Под лицом будет стоять Мортрес. Со стеноломом там. Как я не знаю. С танками, типа. Нет, стоит один Мортрес. Стенолом с АБС, Red Bar с Войдом, юморная с миловидной. Как-то там рассоситесь сразу, сейчас встаньте, чтобы увидели. Допустим, ДКшники ровно посередине. Стенолом с АБС с левой ноги. Варвара оставшихся с правой ноги. Все. Мортер средств на Цитаэль. Если что, босс со Шилдмейден танчит. По правой стеночке. Сам ударишь. Прохил, прохил там. Ну чё вы падаете, блядь? Слабые миники. Потому что у нас половина пати там по краям бегает зачем-то. Я прям в центре стены, не знаю. Кейта резнуть. Ворон резкает стенолома. У него место вот тут где-то. А чё? Распределитесь, может, там как-то на милик. Босс должен смотреть, вроде как я слышал, под балкон. Это не, это зачем? Нет. В чем смысл? Он не кливает. А места для миликов там хватает? Так милик, это проблема миликов распределиться. Все, ладно, бьем. Чудненькая гос духом. Отлично. Имминента прохил. Ну, пиздец. Короче, кто остался, бьем, живем. Мы добьем. Третью ауру. Мортрес нажми. Вот это уже надо смещаться. Назад вернись. Назад мы. Аккуратно. Часа 3 минуты. Есть еще какой-то БР? Корисы есть, да? Да. Хейта. Окей. Есть не хейта. Быстрее только убегает сюда. Цепная 2 секунды. Прохил ромбик заход. Он не встает.
охуительно. Ты вроде успеваете, не? Мы это успеваем, конечно. Самое главное, чтобы танки не было. Чивочка, ход из себя. Бля, я сейчас зашел на ОБТ, думаю, че. Бля, тебе надо бежать нахуй, сова. Там 4-го числа стоит. Меня заход идти, ромбик. Куда с ненолом еборит нахуй, 63, блядь. Ушел, ухожу. Где его нашел? Мало. Давайте, попили еще урон. Дайте пристабав лапу. Все, бьем. Ты выпа танк. Чивочка, живи. Ангела, да. На вас дождик со щитаном. Гориса, вар забери. Прожмись. Добивайте, добивайте. Да. Кайт, прожмись. Лям, просто лям. Там же даже чуть меньше. Давай. 300 тысяч. Дайте мне что-нибудь. Тексты давай. Фонд вилки. Притворись. Изи. Ебать. Последний герой. Остаться в живых. Вообще пиздец. Вы чё, рофлите, блядь? Ну там как уже пиздец, там каждые 0,3 секунды по 40 тысяч хуярит. Да я видел. Люди от этих умирают. От разряда. Атака ближнего. Так на месте все еще боя. Панический удар, блядь. Пикнец на атак выпал, когда... Атака ближнего. Это вот в начале, блядь. Рунический удар. Ну пиздец. Щит. Зато щит выпал. Нахуй никому не нужно. Да ты чё? Это чё? Так, кто нужный? Кому? А тебе не нужно? Так, стоп, я за Мими давал ЕП, я проебал. Ой. Хотя да, хоста крит. По-моему, да, давал. Ну типа, а какие у тебя щиты, помимо этого и Мурзика? Ну, Мурзик... Старигорна. Ну, Мурзик это тоже, типа, знаешь, Старигорна. Великая рулетка. Да, мы давал. С кого? Кошатницу бьём или Фрей? Там полтора месяца не падает уже этот щит. Так. Кошатницу или Фрею? Фрею. Кошатницу последней всегда. Вообще надо понять. Кошатницу, конечно. Ну, вот, смотрите, она там идет. Мне нужна шея. Портал открыть, там все дела. Так, в итоге ворон, да, один. Этот. Зайду над руля, на Фрею. Плащик с духом никому не надо. Мне надо, Варон. Варон? Как вы заебались с этими твинками? Ну ладно. Так, чудненько. Смотри, какой там сокет. А первый элемент дают? Чудненько. Да, первый элемент, да. Кинчер. Кому обмен? Чудненько. Хэпал. На мейн или на офф? Ну, вообще, я все равно зайду, потому что я смогу у тебя отжать его. Вот. Может, офф-офф, который там? Офф-офф, который все на транс ролят. Роль так же, нахуй, все. Бесплатно, нахуй. Пиво, блядь. Пиши транс, нахуй, все, блядь. Как все. Транс кольца, блядь. Очень интересно. Похуй вообще. А, чел, ты не туда идешь, вернись. Куда вы идете? На нее. На Фрею? На Фрею, к ней бегут прям.
Напомню, bullet trash, пока все болтают, то это очень плохая идея. Ну да, чревато. Там сейчас кошка будет, вы рофлите? Кошка не выйдется. Не, можно туда забежать, выпалившись в галерею. За калагарно, короче, если забежать, там и выйдется. Не знаю, еще никогда на Фрейю с кошкой не забегал просто. Но он не заходит за вот эти ворота, насколько я помню. А, понятно, блядь. Коты заходят. Коты заходят, да. Она не заходит, а коты заходят. Это не Фрейя. Фрейя нормально, переступает нормально. Порог, а вот ее трэш переступает. Так, кастую ХС. Все, давайте. Кастанул. Бить. Кастанул. Она тебя не била даже. И бой висит, да? Так я ее и не спулил. А, ну то есть ебать ХС. Так ХС можно кастовать. Ну там цветочек бежит еще один. Потерявшись. Просто кто там АФК остался стоять, вот он и спулил. Ауриая вступает в бой. О, все, нормально, нет боя. Суманите тогда. Так, у нас нет партнера. Так, у нас минус хейт. На 20 минут. ДП. Согласен. Короче, иди и пиво в рейд пострадаешь, хуйня. Что, может, разрез сойдет? Да можно, да. Так. ЕП надо, да, накинуть? Ты знаешь, зачем хейт уходит? Я его солью нахуй, он пошел дрочить. По-любому. Ты ему, да, свой нюд скинул там, и он погнал? Ну, конечно. И удержался. Так, чё, мы идем на кошку же, блядь? Это пиздец. Уже же на Фрея. Ладно, давай Фрея, похуй, все. Раз тут, объем Фрея. Сейчас, две секунды, подождите, две максимум. Так, Амортрес, там же вроде сказали, забирают плащ. У меня хватит приора, чтобы поджать. Да? Да. Ну тогда все. Блять, а это было не серьезно. Че там, туман? Дайте, пожалуйста. У меня Ульгушок почему-то пропал. Сейчас бой. Так, гроза не наша. Ты меня там не в грозу смоешь, не? Ну ладно. Чё вы там, суманули, все? Шилдмейден умирает? Почти. Так, сейчас. Так, все усилки кинули, надеюсь. Вроде все. А кошку, типа, мы без усилков будем? Конечно. А для чего там усилки? Чтобы коты не съели. Ну да. Да и хуйня это все. Это... Коты не съедают за счет другого. Потом расскажу. Спиной к стене? За счет станов от Ретрика. Да не те коты. Первые коты просто не надо ебало свое высовывать раньше времени, и все нормально будет. И за стеночки ты так ху-ху. Вот так вот раньше там. Только Хант выходит, трапу ставит, и все, блядь. Выглядывает за стеночки. Как в фильме ужасов. Нет. А это уже и было не тут? Там гроза не наша, милики. Что, длинный анекдот? Или со смыслом? Ну тогда ну и у нас. А не тот про гвозди, можно? Вот. Не-не-не, не надо, не надо. Заходит улитка в бар, да? Улитки рыбка клюет. Чего, про улитку анекдот не слышал? А, я уже запутался просто по... одновременно. Одновременно, но по очереди.
Вы еще про паладинов расскажи. Так ну, это да. Не анекдот, это жизненная правда. Я знаю, идет про паладинов, паладины геи. И вот как-то два паладина друг друга в жопу. Блять. Так а где анекдот-то? Вот-вот он. Пис. Ебать, ржу не могу, но. Колобок повесился. Лопата. Медведь в полисе видит, машина горит. На этом, которого надо кайтить. Или кто там на кайтищем? На кайтищем пиво. А пиво, шо? А сейчас, что мы делаем тогда? Ну вы там по одному лобу заберите. Хуй его знает, что вы делаете. Короче, флиртуйтесь друг с другом. Пять? Так, рыба стоит, давайте. Гудис, ты что думаешь? Все задумано. Хейт специально типа ушел, меня специально вред, чай анрол, все. Прости, а ты специально взял 5 варов на косты, да? Угу. Спорим так, не собьют. Короче, на грозовом юморная, на водном миловидная. Остальные там смотрите сами. Так 2 армса. Какие да косты не собьют? Че, го, можем, начинаем. Да подходит босс. Дайте пристабав, дайте пристабав, дайте пристабав. Дайте пристабав. Фласки обновите там, ни у кого нет. Вроде всех. Да какие просто говорят, что с тобой будет заебить, думать, танчу, заберу шею, а тут хуй! Центр у нас вот тут, если чё. Мне силы. Появление, стопнули у я... А, всё, этот чел. Есть грипп тут. Дар далеко. Да, ну быстрее, где? Очень далеко. Пизда. Да, пизда. Ну, пейте дальше, блять. Где урон у рейда? Блять, что за грибы конченые, на? Такой РЛ, такой рейд. Пошел нахер. Так, смотрим, да. Скоро еще трэш. Дрожание. Оо, вывели. Ну, блядь, нахуй вы жмете там свои кливы, блядь. Дар, прям под боссом. Че, убьете дар сегодня? Вы че, блядь? Синолома, хватоплет фуловый, хватоплет фуловый. Не бейте грозового, хватоплета больше. Синолома, ворон. Стопните по маленьким, пожалуйста. Милики, все сыграйте в хватоплета. Дрожание. Пиздец. Как ты встаешь? Добивайте все. Заберите сейчас, если налома. А, стоп, я этого куда БР, но он. Но... Давай, давай, давай. Заберите босс. Удар. На реке, на реке. Вставай быстрее. Либо уже после дрожания. Да после дрожания. Я что-то ещё чудаки. Ну чё ты... Ещё стоишь там в мелизоне, да? Вот тут в серединке. Где твой труп, блядь? Не вижу, нахуй. Я стянул Берн. Вставай. Стой, только не подражание, пожалуйста. Спасибо. Вставай. Тель рессой. А, КД все увидел. Дар. Короче, РТТ, не стойте возле миликов. Там цепуха бьет. Это открытие.
И милики тоже осторожно. Не надо в РДД в милизоне стоять. Ну. Дар. Право от босса. По водному больше дайте. Я в корнях, блять, под двумя столбами, на. Типа. У меня КД висит. Все, все. Я как бы не называю никого. Просто озвучиваю ситуацию. Есть 3 секунды, трэш. Есть грипп в середине. Удар. Слева. Далеко на той стороне. Блин, все, он за деревом. Дар, дар, милики тоже есть возможность пиздить. К речке поведу. А, нет. Да. Там можно с краю встать. Давайте. Он будет баф, а тут баф есть. Древний опекун набьем, если что. Да, дальше в воде. Дар под боссом. Трей. Дрожание. Убейте уже этого. Сейчас новое выйдет. Вышли. На мне корни. Из хороших новостей то, что это последние приспешники. Приспешники. Брались в печеньку. ДДД хилы. Будем на реку двигаться сначала. КД точка. Дар. Уже же фаза, да? Да. Да, да. Даю Геру. Чуть-чуть вперед. Соберитесь в один фрейм, вы будете на ход бомбами нам срать. Бомбы откидывают. Короче, вправо идем, если что. Где они там, блядь? Сейчас будет. Удар слева. Кинул бомбы. Убивайте. Засрано все. Ебать, засрано. Мирики, осторожно, там тоже есть одна минка. Блять, тут. Бейте вы ее, блять, уже. Да я знаю. Пожалуйста. Снова ясен. Такая пушка, сякая пушка. О, пиздец. Я же сказал, Шейн Ролл. Уже тебе упало в инвентарь? Алхимик. Посох Садира тоже что-то будет брать. Сука, нихуя не сюда. Если кто-то... Этот посох Садира кто-то будет брать? Фрея? Какой посох? С Хадира. 220. А, Катя, не, у меня есть. Кто сейчас? А что там? Кирилл. Посох. Вот именно вот этот, нескачаемый зимы, кто-то будет брать? Это 97-й критхаст? Да, да. Я пока роли, я не вижу, как там босс двигается, Хадир идти или кошку бить, блядь. Там кошка вот справа от Фрея, поэтому, типа, можно пройти, но... Идите, Хадира, туда. Давайте, давайте, она уже там к повороту. Так, 274, юморная. Все, кто сейчас бежит, уже не выходите там. Кто сейчас бежит дальше, не выходите.
Ты с 97-го пост. Сон. Я есть 100 голды, чтобы перетянул. Нас... Защита. Куда тебе? Это ж ловкость. Сила атаки. Он транс пишет. Ну да, да, а, я заберу. А, транс, все понял. На... Ну, по мейну, наверное. Не уверен. По мейну? Ну, он типа, он не такой полупредбис, я хуй знает. Давай думай, речь. Полупредбис, ну, только с Архимода пойдет лучше. Упадет. Нет, лучше с этого, с Йога. А, с Йога. Да, типа. Да не, не надо тогда, ладно, давай на транс. Все отдал. Че, спулили, что ли? Нет, ну тут защитников ходи, Робин. А, вот там, а там, да, да, чем червяков. Кто-то, да, посади там чуть-чуть. Развлекаются. Замени меня, я это, все на сегодня. Мне идти надо. Ах ты жук, ох ты жук. Ну я специально, да, да, Фрей. Все правильно. В следующий раз не придешь. Да, то есть. Хотя мои 200 голды. Так, сейчас ЕП. Не туда, налево. Менять-то некий. Ну, если ты уходишь, все, ливай туда. Да, да. Все, всем спасибо. Я только что бежал с протоваром. Че там? О, еще сюда. Вы издеваетесь, а? Я давно такого не видел. Все сугробы собрали, да? Два или три хт назад было там. Так, ну, блядь, охуенно я чувствую, подамажу. Скажите, друиды до хеджала, они чего вообще берут, типа, в руки? В руки. Ты про на транс, бери на транс, нет, все на транс. Рестер друид. Ну, это на полину? Да, да, да. Для откупа, по идее, нет. Там кого? Есть этот, по идее, можно взять еще на ручей. Какую книгу? Откуда книга? Я не знаю, зачем при ей Т5-3, то мне не знаю, без разницы. Приор есть, все, он забирает. Значит, ну потом. Запястье. А, запястье там какие-то. Есть там, нет, он вообще кстати. Может, он лежит. Может, у него он лежит в ЗС-ке. В сумке. Это ж, блядь. Вась, кинь обмен, Вась. Одна ручку. Это хуйня, мне кажется, я пост. Так, Мортрес, ты что-то ролишь еще? А, ладно, не, ну, напало пойду. Давай, да. Дамаг нужен. Ну ты по идее берешь это, что с утюга, и звездное плетение на аэродрой, что-то еще хоть взять. Ну, аэродрой еще на счет космос. Ну, с одной ручкой. Ну, это звездное плетение. Рыба стоит. Ну, блять. Короче, я космос это левое как раз плетение, это пушка. Ладно, не, вообще равно, беру сочетание. Пока левой руки не мой, правой руки нет. Просто у тебя есть 30 этих, блядь, рук? Щедро. А сколько в грёз тритарик есть? Размечтался. Я, блядь, вообще-то тебя спрашиваю, нахуй, по-быстрому. Да нет, у меня сток. Ебанулся, что ли? Блядь, самый требуемый реагент. Постоянно масло крабит. Вот это Эртру нос. Смотрите. Спасибо. Так вопрос был до хиджала. Да, да, не до хиджала. Хейт нахуй, пиздуй в рейд, хейт, сука, сука. В необозримом будущем. Сука. Он АФК. Эй, пёс. Он петух, блядь, пиво пьёт. Короче, давайте чек. В тексте заходит, чек для остальных. Кинь, так, вижу, у вас фласочки кончаются. Что еще раз? А, все, дали каску. Так, лапы есть, это все есть, кресты есть. Даю отсчет. Не, о, подожди. Что? Опять я зависит? Нажал, короче, масло. На не можешь перемазать, да? У меня загрузочный экран пошел. Нихуя себе. Это вот ты прокликал отключить модификацию, да? Да, да, отключить нажал. А, у тебя сейчас яддон отключится, нахуй. Я, короче, альт в 4. Давай убьем один уже. Или ему что-то надо?
это наверняка что-нибудь надо. Да. Дживса нет у меня. У кого-то есть. Думаю, поставили. Да какое это? Чё? Чё говоришь там? Да говорю, пульте без меня, пока я перезайду, пока все это хоть. Всё, ладно, даю отчёт. А мне ничего не надо. Хейта закинь в четвёртую группу, он пришёл. Так, у нас тут 25. Хейтер, мам. Налом, разнеси. Пробегись через РДД, через милики. Все, защитан разнесет, бей. Иди костер. Непонятно, а костер справа. Хочет он гафать, нихуя. Можете как убьете? Ага. Пошла вспышка, вышли из больших. Зашли. А, затаунти его прямо сейчас, пожалуйста. Двигайтесь, двигайтесь, на вас стаки, вас ебошит. Кучий мороз. 24 тысячи. Посох. Кучий мороз. Там посох, шея, короче, к лицу. Это чего не справедливый вылет, а засчитает? Просто. Если вылетел и лут, можно будет забрать? А ты когда вылетел? Ты ударил во время чуть-чуть? Боя ударил. А, ну тогда можно даже админа попросить, если, ну, типа, не можешь. Не получится. Так, печать титанов. Так, мы кошечку ждем, да? Да, на нормальном месте, где мы спускаемся с портала, там мы ее и начинаем пулить. Вот мы успеваем тех двух мобов убить, которые у вас... Ну, слева убейте мобов, да, к, к этому, к Везекс. Так, посох. Транс. 297 посох. А, это СПД. Транс, транс, шафран. На оф. На оф. Не на мейн, если чё. Могу. Позже я варну, ну, ага. Так, сейчас КП накину. Там одно чуть. Надо их одновременно убить. Пора. А не запульте кошку. Кошку не запульте, не запульте. Струр. Спасибо. Да не, так, она не запилилась, да? Хорошо. Ну идем. Кадиру ближе идем. А, погоди. Там не 400, да? 200 же вроде. Подожди, блядь. Да, я таблицу. Ульда, шмот 3, не одноручная, двуручная. Ага, понял, двуручная. 297, 800. Все, понял. Вид это вещь, мод. Или что вы там? Все, все, тогда вот так еще. По 5. Так, защит 150. Ну, я не хочу там вводить. Да, понятно, это, понятно. Так, защит я не накинул. Дайте, щит прилетел в сумку. Сейчас уже вручную надо. Поставьте. Как? Я что-то забыл, что посох отдельно идет. А,
Да, если ты сейчас уманешься, то через 20 секунд проблем. Так, сейчас. Палец. Кастерский. Короче, можете пулить, как подойдет, я сумон приму. Угу. Только спать. Так, давай, лови, она сейчас назад. Вон. Вот это выглянули, короче, за угла. Тремор есть у хилов, самое главное, и все. Так. Шесть, семь, пять, нужно? Ну, я ролила. Дали моды. Это кольцо было. А! А, все, пардон. Шея, да. Сейчас закинем. Пиши транс, пиши транс, похуй. Стоя на транс, ну да. Похуй. Если можно было трансить, даже ради иконок. Так, ну я вот так вам накину, не обижайтесь. Сейчас он мне пропадет, помещите. Люди. Дайте стан. Колян, подними Винстона, пускай хуярит. Пока что будет. Короче, не сумонься, а ты прям в лужу сумонешься. Если... Забей. Нельзя сум принять. Как он сумонется, если будет? А, ну я там без понятия. Берегитесь. Здесь никого не надо. Винстона надо, пускай кнопки нажимает. Я дал БРу номер. Ебать он лоб. Я же сказал. Не надо никого резать. Вижу станов. Вот, увидел. Выше. Берегитесь. 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 Стан сразу в полете. Взял божественный таун был в полете. Вышли. Берегитесь. Берегитесь. Осколок. О, Войт, ГТ. Осколок. Пинка, хорошая, пинка. Осколок. Да-да. Валаниры. А сегодня делаем валанир? Ну, кому-то. Кому-то делаем, наверное. Не оставляем же его. А что, Настя, с валаниром? Все? Все? Так, валик же делается только в хрейме, да? Да. Да, в обычке там другой тип. Не, я имею в виду с плюс один не сделать. Можно сделать. Нет, плюс 1, можно. Плюс 2, можно. Плюс 3. А, да, там просто пасть закинуть, когда он ревет. Относить его. Относить. Это, по-моему, туда же. Да, там, где архиварии. А, понял. За собрание. Я пока сбегаю быстренько. Давай, давай.
Только остальные хилы идите с танками уже, они пульнули. Какая-то голова, если что. Да. Это бисовый танкоплащ, а танка со щитом. Ну, кто его заберет, он нахуй никому не нужен, да. Кроме тебя. Да, у меня на варе до сих пор его нету, сука. Ну и... Плешивый вот этот. Ну, как сказать. Ну, только это питомец, конечно, ну да. Это маунт. А, не, маунт. Обманул. Да. А с чем я перепутал? Только он да не летает. Да, не ролите, он не нужен. Коллекция. Не, коллекционный. Людей. Проговорился. Так, надо будет не забыть снять Т6, нахуй. Ну, 8. А тут условие такое интересное у Йога. Какое? Мастик. Написано... Сейчас. Вылет. Можно пройти только в героическом режиме и только в том случае, если хотя бы один из хранителей не помогает вам. А, ну то есть плюс 2. То есть даже... Плюс 3 даже можно. Ну да, да. А, ну... Чё, Ланир, все сделали? Сделали? Ну, почти. Да нет еще. Там, по-моему, в каст надо кинуть, да? Да, лучше. На йоге же, вроде что, да? Да, на каст Серёва кинуть в него итемку изнуть. Потом и потом босса, забрать и лут... еще. Да, лутануть босса. В Рёва кинуть именно подкаст? Да, 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 он, да, типа, он Рёва, типа, да, открывает пасть свою. Ну, Морти, ты первый, я пока покидаю тогда. Ну, это сейчас у нас пока это. Ты смонишься? А еще надо лутера дать, чтобы забрать этот Воланир, а то РЛ полутаю. А, кстати, я уже Воланир один удалял. Я так нормально тоже лутала на друида, и потом оно все передается. Он не персональный. А я полутал и не смог удалить. Не, именно передать можно было, я же тоже чей-то лутала. Так, у кого мастера ауф? А, целеточение. Нажмете на трэш. У летнего. Ну, летнего. Отходим, пуляем 2 секунды и жмешь шума. Давай. Го, 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 го. Танки. Танков нет? Пульнули. И жми. Жми има на Кастауру. Почти. Тремор стоит, сука, отпусти меня. Сейчас пулит в эфире. Справа, справа. Дай, мастер Ауру, дай светоточение. Бери. Я нажал. Конечно, это жестко. Чего не всех сразу? Фух. Да, забирай. Просто стука пулил. Видели, видели? Чего? Питом твоим нахуй. Непослушным. Знаменитые шамановские питомцы. Живые тотемы просто. Как в ЗС вот эти бегающие эта тема. Угу. Ездящие, летающие. Нет, можете брать обратно. Давай возьму. Вот этого босса я вообще люблю, он мне очень нравится. Ну, блядь. Оба. Кто получит пиздов? Кто? Так он умер от моба, от тычки, нет? Да. Ага. Блять.
В чем вообще прикол его вести так далеко? А чтобы, когда моб откидывает, не откинуло, а навязывается. Вот, босс пулится, она да? откидывает, в зависимости от того, с какой стороны ты стоишь. Не спулился. Ну да, так ты победил, где все стояли. Так. Запулил собаки. Я вижу собаки. Волк. Волк. Винсент, ты куда собирается? Охуенно? Рудокоп. Ну да, моба надо бы. И того, и второго, и третьего. Главное, его кинуло, он стал АФК, а потом Пет за ним прибежал и спулил. Цепочка совпадений. Крутая профана ханта. Орка. Чего-чего? Ну, пойдите, плиз. Ну, куда ты с меткой? Занеси ее. Ёбаный в рот, я даже, блядь, микрофон включу. Что за хуйня происходит? Да там Пет просто мимо пробежал, блядь. Как-то мимо. Какого Пета, блядь? У мага разве Пет есть какой-то? А ты Винс там был, что? Не-не-не, братиш. Предъява не по адресу. Так а что ты тогда хочешь? Не, я просто подохуел с того, то, что я возвращаюсь, блядь, смотрю, на мне диван висит. Думаю, вы чё, ебанули? Мы случайно запули босса и падаем. Ну, типа, Пэт Ханта запулю. Мы подумали, что говорит Хант. Всё. Ну, всё, ебать, я пьяный, мне похуй. Это слышно. Надо с этого начать просто. Это мы все поняли. Ах ты, блядь, не заёбывай, нахуй. Тыкайте. С ума не... Защита на Винстона, АБС. Слышишь, а чё пиво молчит? Где эта обезьяна? Нихуя ты там, чё, блядь? Вообще в себя поверил. Двоих мутить теперь надо, да? Внезапно, нахуй. Походу, да. Не-не-не, мутить не надо, ебать. Надо ж просто вызвать, блядь, цирк в этом всё. Чтоб было весело. Сейчас тебе, блядь, чё, ульда нахуй, это ты с первого босса. Ну как ты хотел, блядь. Я уже въебал литра 8, блядь, мне хорошо, так что похуй. Ты должен уже лопнуть, нахуй. Сынок, блядь. Я тебя, блядь, в твои 35 ещё научу, как пиво пить, блядь, дитя моё. Научишь, научишь. Какие твои годы? Дружище, вот именно подобное к твоим, блядь. Мы с тобой практически одногодки. Немножко постарше ты меня. Сколько вы стали? Ну, блядь, ну, старая уже, сука, за 30 перевалила уже. Так, я ребята, хотел... я сейчас обоих кину в мод. Да, в натуре уже заводить. Так, сейчас, секунду. Настя, что ты такая нервная? Эдвард, я нашел тебе собеседника после нюхания пива. Босса можно чуть подтащить, буквально метра 3-4. Пары. Где? Сзади. Метка безликого следом. Это если что, глыба жмется и все. Пары. Пять сзади нас. Одни идут к боссу. Смотри, Вар. Я пиво, уходи.
Ага, да. Сейчас. Размечтался. Идет в миле. Идет в миле. Стоп, ауе, блядь. Я бил пурик. Вообще стопните до махна, если у вас неконтролируемое ауе. Безликого метка сейчас. Не хочет. Вот, кинул за стре. Да, вы бежите раньше времени. Фары 5. Сзади опять. Справа. Винстон. Куда вы убегаете, блядь? Вот полетела в другую сторону лужи из-за ваших мулов. Чё там, враг 15 секунд нормально дамажит. Метка безликого будет скоро. Винстон. Быстрей, блядь. 2%. Собрался враг. Гера для танка. Чуть вперед можно подойти. Метка безликого сейчас будет скоро. Глыбу. Ты убегаешь. Да. Убиваем. Можете все плевать. Ворон. Ворон, блядь. Сманы, нахуй. Настрелялся я, короче. Тогда в Катаре в ближнем бою давай. Я вот тоже думаю. Ай, 17% больше. Хуя. $65,000, понимаю. Да, еще за хильки, наверное. Вроде на Азуре не было еще. У тебя глыба, хочешь сказать, не в КД? У меня мана. Пустая совсем. Не могу. Глыба требует ману? Да. Понял. 13 единиц маны требует. 15. А у меня 0. Ты на каком уровне? Все, все, молчу, молчу. Просто нет. Вспышка. Вспышка. Ух, блять, кому-то фартануло. А что сегодня за дроп? Не может это объяснить? Это типа на полгода вперед? Можно больше не ходить. ПЖ. Да ладно, можно. Чересно, подожди, я что? Я... Я за эту, за бабу не дал, да, ЕП? Слышишь, Киря, вспышка вот эта на кого идет? На кого? Кил, РДД. Так, скажите, у кого-то он перевёр. Девочка, 10.31.
Так, сколько там это, блядь? Триня. Да. 700. А, 700. 600 за 290, да, номер. Угу. Прямо отбегу на одну минутку. Угу. Прости, ты ЛС читал? Секунду. Слышишь, Прости, а что у нас это? На двух чарах сразу можно? Нет, завтра не работает, да? Нет, понял. А, Прости. Еще раз. Мортрес на два чара сразу ИП лутает? Да и на Мортреса похуй. Именно, я имею в виду, на чара ретрика. У него ЕП только на друиде, но он мортрицам ничего не ролит. Так нахуй мне что-то отсюда. Ретрик ты. Воришка. Ну, давай сюда. Не давай Прости, он нахуй продаст, пиздит, пропьет. Угу. Есть 2 минуты, раз там уже отошли? Не сказать, чтобы. Давай быстрей, пока я сейчас... Бери на трансмог пиво. Короче, летний дух. Тут под оглушающий рев на последней фазе также надо будет сжать има. Ты будешь второй. Да? Мортрес первый. Угу. Ты второй. Нажал и отпустил ауру. Не слакай. Оглушающий рев. Зеленая там иконка каста будет такая. Долгий каст. Все просто. По порталам. Не заходит застре. Только. Вместо него защитан. Все остальное также. Маги, ханты, задний рендж порталов. Немобильные ДД перед лицом слева-справа. К центру перед лицом заходит ДЦ. Кипопати, ты говорил, что куда заходит? Ты чудненько, напомни про волонер кинуть, когда. Это я думаю, напомню. Я помню. Кто куда заходит? Все заходят, кроме застре. Ты на ближнем рендже перед лицом заходишь. Можешь вон слева от печеньки зайти где-то. В остальном тут у нас 3 танка еще плюс ко всему. Ага, погоди, хейт. Ну понятно. Ладно, давайте чекнем. А, мы плюс 0 не запустили, да, этого дебила. Слушай, а мы с 3 има не убьем его, нет? Плюс 0 реально. Нет. Нет? Ну тогда я пойду запущу еще. Торима, конечно. Галганят, даруй мне силу, надели моих смертных союзников. А, нам хватит Торима и шмот, чтобы упал. Там не падает только голова, и ачиву не дается. А не 0,02% у нее. Так, смотрим сейчас на фазе с лужами за щитаном. Он двигается вроде тоже грамотно. Все, давайте еще один чек, пока луж нет. Быстрее принимайте. Кейт, пиво, шафран. Короче, шафран подойдет. Да, там лужа еще идет противная.